Народ в последнее время стал замечать в небе самые нелепые и страшные моменты, которые вообще никто им не верит, но что на самом деле скрывается в небе. Меня зовут Тайна НЛО, и сегодня мы раскроем три очень интересных тайн, которые случились в Канаде, в Украине и узнаете еще много других стран. Пожалуйста, досмотрите этот сюжет до конца. Оставьте комментарий, поделитесь с этим роликом с друзьями, с близкими и не забывайте ставить колокольчик. Ну что, первый сюжет был снят в США. В необычном формате люди даже начали пугаться, что это, скорее всего, робот. Но никто не знает вообще о происходящем это роликом. Он появился просто-напросто, откуда ни возьмись, но... Вы посмотрите на масштаб необычного НЛО, или как кто-то утверждает, что это робот, просто-напросто был такой огромный, что по сравнению слева-справа горы совсем маленькие. Что на самом деле было, никто не знает, тайна покрыта мглой. Но мы идем, дорогие друзья, дальше. В Канаде несколько туристов засняли над головой очень интересную картину. Они услышали какой-то необычный звук, прям резал ихние уши. Но когда они посмотрели в небо наверх, они увидели неопознанные летающие объекты дискообразные. Что на самом деле это было, никто не знает, но издавал он звуки так, как будто рядом с ними кто-то находился. А именно, или существо, или какой-то монстр. Можно ссылаться, что это фейк, но на самом деле правду вам никто не скажет. Мы идем к последнему сюжету. Последний сюжет был снят таксистом на Украине, одним водителем. То, что он сейчас видел, он не хотел об этом вообще говорить. Рассказывает он, что этот неопознанный летающий объект висел в небе, после этого начал спускаться на землю и что-то со своими когтями начал забирать. Но никто не знает, но говорит, из земли он прям, можно сказать, как ковшом забрал что-то огромное. Что это, никто вообще не ссылался. Но тайна покрыта также мглой, но, увы, дорогие друзья, это все, конечно, странно и очень страшно. Спасибо, что вы меня смотрели, спасибо, что вы оставили по-любому комментарий, так что ждите следующего выпуска.